Без шансов. Прочекают лепестки. Тут Маркус Кьербай. Обязанный. Прочекали-то прочекали, но как-то вот напрыгом пытались продавить этого парня. Потеряли двоих. Две головы от Кьербая. Как же он стреляет? Хоббит один в два. Ну, даже один в три, считайте, что он забрал одного из игроков только сейчас. И, в принципе, если перекроет Гзипникса, то все шикарно. Остается один на один с бомбой. Опа, успел зайти. Не знаю, что было лучше, успел ли ибо выпал. Но его не чекают. Какой подарок! Спасибо, Гзипникс. Вот это да. Я думал, что он по-любому посмотрит сюда. Но, видимо, думал о любой позиции. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А там все-таки девайс, да, не рискует диффьюзи. Да и китов нет. Он просто есть, сейчас есть. Ходил за ними. У Гзипникса забрал киты. Да-да-да, подобрал киты. Вот и смог, вот и киты. Видит все это Хоббит. Второй раз слышит. Тоже прочекает. Видит, что нет никого на бомбе. Но уже уверен. Не получается у девайса поймать хедшот. И Хоббит четенько берет пистолетку. 1 в 3. Вот это то, что нужно. Сейчас было Гамбит. И, если честно, просто красота.